Так, добрый вечер. Ну, это вот один из трех мушкетеров. Персик. 1.30 м уже высота. Сеянец этого года. С подоконника, который со стаканчиков. Вот толщина стебля. Уже вот такая толщина с палец. Вот такой уже красавец. Так, идем дальше. Это черешня, привитая на вишню. Идут два корня. Корней отводок был двойной. Прививка, вот она. Черешня вылка. Это вот вишня. Вишня наша местная, казахстанская. Стандартная. Обычное название, конечно, не знаю. Так, дальше. Это вот черешня ипуть. Вот с ладонь, листок. Вот такие листочки. Прирост этого года. Год. Ну, год как. Сезон только вот первый сезон. Вот такой вот. Так, это дальше пошло корнеотводки тернослива. Прирост уже тоже больше метра. Это я в присядку вот сижу. Выше меня. Это вообще высокие. Это все будет как по двое. Тут десяток у меня. Так, дальше это яблоня. Прививка на дичку. Надеюсь, прививку видно. А это апортал матинский. Это вот этого года прививка. Одна из прививок. Так, ну а это черешня велка, маточное дерево мое, тоже вот, это уже этого года приросты, выше меня, уже выше моей головы, я 1.80 м, тоже вот 2-метровый основной.